Всем привет! Адлер, ЖД вокзал. Купаемся на море. Вода теплая. Народу мало, совсем мало. Никого нет практически на пляже. Чистая вода. Пойдем перейдем на вокзал ближе. Поныряю там. Тебе уши болят. Я не глубоко буду. Да, конечно. Народу немного, смотри.
ловим рыбу. Караси. Барабулька хорошая, такая барабулька. Ой, как пахнет, обалдеть. Ну, карасики маленькие. Ох, ты ныряешь, и все сюда, вода. А? Ну, я виновата. Рапанов полно, да, он облеплено все. Ну, хорошо, да? Хорошо, да. Рапанчики. Мидии сейчас будем на мидии пробовать, на рапанчиках. Но сейчас клев пойдет. Зубарика поймали маленького. Вон какой карасик красивый. Во! Карась. Зубарик. Зубарик. Красивый. С ладошку. Обалдеть. Нормально. Повезло. Ой, ладно. Ты ловил тебе сначала. Ну давай, снимай быстро. А видишь, он как зацепился. Все хорошо, только идет туча с гор, все синее затягивает. Сверкает гроза. Я думаю, что сейчас нас накроет. Надо уходить. С этой стороны прекрасности. Думаешь, не будет? А я думаю, будет сейчас. А куда она денется? Ты что, какие горы? Она сюда идет, ближе и ближе подходит. А? Если бы вот оттуда сейчас. Ну, посмотрим. Поспорим? Ладно, посмотрим, подождем полчасика, что будет. Все, пойдем домой. Ну да, что там это стоит? Помнишь, мы какую ловили? Да. По 8 штук вот там. Ставритка, 8 килограмм в день. Да. Ловили. Ставритка. Потом кушать даже не стали. Барабулька. Ее было столько, мы ловили, да, что уже и не лезло. Ну вот карасики вкусные вообще. Пожарим, приедем. Море вот. Смотри, как туча затянула уже, надо идти. Тут, ну, гроза вроде ушла в сторону Сочи. Он туда уходит. Смотри, как освещает. Да она все уйдет. Уходит, да. Ну, люди уже собираются тоже, уходят. Ну все, пока. Всем пока. Мы рыбались. Да. Рыбались. Да. Сгорели морды. Ты успокоился немножко. Да.